И всем привет, мои умники, с вами Боди, да. Пожалуйста, не удивляйтесь моему голосу, короче, я хрип, да. И сегодня мы будем смотреть... Окей, да, я понимаю, то, что это плохая идея, говорит... По таким вот голосам. Короче, мои умники, вы под прошлым челленджем... Господи, как мне трудно разговаривать. Короче, под прошлым кей-поп челленджем вы как бы набрали очень много комментариев, но это как обычно у нас с вами и происходит. И один комментарий, именно один, он хорошенько выделился, аж почти на 1000 лайков. BTS, we are bulletproof. Да, извиняюсь, забыл. Part 2, то есть вторая часть. Так что, походу, есть еще и первая часть. Но мы же живем в 2K18, и поэтому мы с вами начинаем со второй части, а только потом к первой возвращаемся. Так что, мои умники, если вы хотите, чтобы мы посмотрели именно BTS We Are Bulletproof, то пошлите вместе пос... Господи, как трудно разговаривать, погнали. Так, мои умники, готовы... Так, мои умники, готовы, погнали. Big hit, big hit music features is for healing, entertainment. Господи, пойдем. Как я по ним соскучился, мы уже давно, кстати, не смотрели BTS, дня 3, наверное. Кстати, причесон крутой у рэп-монстра здесь, согласитесь? Bullet это пуля. Ну я понял. О, Чунгук. Подождите, это Чунгук, да? Да. Чё вы думаете, я своего беса запом... Ой, не запомню. Господи, у них даже Skate Supreme. Мне, кстати, нравится фон. Они типа на шахматной доске, типа они фигуры по логике. Ай-яй-яй, как они в бит. Вы заметили в бит, как попадают? Типа вот. Очень сильно попадает в бит. Ладно, это было круто. Да ладно, это, поняли, типа, возможно, это отсылка к, нет, ну, бэнг-бэнг-бэнг, это уже совсем другая кей-поп группа, я знаю, но я думал, это типа отсылка к этому, но нет-нет-нет, это не отсылка. Ой, господи, если рэп-монстр такой пафосный. Такой пафосный, что даже слов не передать. Это, вот смотрите, кто это. Вот это Джей Хоуп. Да. Или это Джей Хоуп. А, это он и есть. Прикиньте, запомнил ведь? Запомнил? Ой, вот, кстати, он красиво влетел. Смотрите, он же монстр как будто и прям влетает как монстр даже, его откидывает. Смотрите внимательно эти движения. Да-да-да, типа он его откидывает. Он здесь играет роль короля, типа.
Слушайте, а это не... Сейчас. Это Джин, да? Это не Чонгук. Да, Чонгук слева, а это Джин вроде, нет? Ой, нет, вот Джин, наверное. Ой, Богдан опять запутался! Так, давайте, знаете как? Решим прямо сейчас. Вы знаете, что стрим у нас с вами каждые 10 тысяч умников. То есть на 200... Ой, на 320 тысяч умников будет стрим. То есть, если завтра стукнет, то завтра будет стрим и так далее. То есть, мы его все примерно 6-7 часов с вами проводим, вы знаете, по Москве именно. Вот. И давайте теперь, короче, на стриме будем учить участников BTS. Вы лучше понимаете и лучше мне помогаете с этим, серьезно. Потому что, когда я даже учу их... А я учу их! Я серьезно учу их! И вы удивляетесь, Богдан, я вот захотел, я заучил их за день. Ребята, мне все равно трудно учить, это я, это вы. Разницу чувствуете? Ты чувствуешь, когда ты учишься на 5, но не можешь заучить участников BTS. Серьезно, на стриме заучим. Ой, вот это, кстати, движение хорошее. Что? Да ладно! Внимательно! Типа, он не просто это, он еще и вот так вот, типа, ноги назад прогнул. Потом это через него... Охренеть! Охренеть! Папа, я хочу BTS! Чонгук, ты меня удивляешь. Мать моя женщина, чё за движение? Блин, я хочу такой же подстригон, как у кей-поперов. Но прикол в том, то, что у них очень жесткие волосы, а у нас у русских мягкие они. Короче, у нас разный тип волос. У них... По жесткости они жестче намного наших, а у нас они намного мягче. Ну, то есть, почитайте, в общем. Я, когда хотел подстригаться, его парикмахера спрашивал, типа, в любом случае, в России будут где-то через 2-3 года точно возьмут стиль у кей-поперов, то есть, такую же стрижку будут делать, как и у них. Но я точно не уверен, потому что у них же друг... Они мне сказали то, что у всех корейцев волосы жестче намного. Я как у Чонгука хочу стригон, подстригон. Это очень прикольно выглядит. Чума, моя женщина, мамочки. Чё я сказал сейчас? Давай спецэффекты. Вот давайте рассуждать логично. То, что вот сейчас мы посмотрели, это не то, что офигеть. Я больше удивляюсь от движений. Не как они синхронно танцуют, а какие они по отдельности делают движения. Тот же самый рэп-монстр, когда он вот так вот откинул чувака, сделав вид, что откинул, он его ни капельки даже фактически не дотрагивался до него, он просто коснулся, а тот сам свое движение сделал. И оно было еще и красивым, и при этом оно еще выглядело, как будто его рэп-монстр откинул. И когда даже сам рэп-монстр или Чонгук, я не помню, кто вот так вот присел, ну вы поняли как, тот еще такой финт. Короче, это очень круто. Мои умники, я надеюсь, вам понравился видосик. Короче, вы поняли. Следующий видосик, ой, следующий комментарий, который набирает больше всего лайков, то следующий видосик мы и посмотрим у кей-поп. Так что спасибо огромное за просмотр. Если хотите, то можете поставить лайк и подписаться на канал. Но это ваше дело, я никогда никого не заставляю. Ссылка на инстаграм и все соцсети в описании. И всем пока.